Всем огромный привет! Сегодня четверг, а в четверг на моем канале выходит видео с рецептами правильного питания. Это видео я снимаю не одна, а совместно с каналами Анна Флорида и София Белавина. Ссылочки на их каналы я оставлю вам в описании под видео. Переходите, смотрите, какие рецепты приготовили на сегодня они. На сегодня у нас ингредиент курага. Курага – это высушенные плоды абрикоса. Абрикос – это фрукт, и поэтому имеет не очень большой срок хранения. В этом и есть преимущество сухофруктов – они долго могут храниться. Вы можете купить курагу в магазине или сделать дома самостоятельно. Чем же полезна курага? Люди, живущие в Средней Азии, относятся к кураге как к дарам Аллаха. Воспевают лечебные свойства этого сухофрукта. Таджики считают, что если каждое утро выпивать настой кураги, то можно прожить, не болея, 100 лет или даже больше. Давайте посмотрим, какую пользу может принести курага. Особенно полезна людям с заболеванием сердечно-сосудистой системы. Курага помогает выводить из организма избытки холестерина, что облегчает работу сердца. Еще одно замечательное свойство – этот продукт приводит в норму инсулинового аппарата поджелудочной железы, и поэтому курагу часто назначают при сахарном диабете. Плоды полезны при нарушениях работы желудочно-кишечного тракта, при запорах. Врачи рекомендуют вечером замочить несколько сухофруктов в кипятке, утром съесть их, а воду выпить. В течение месяца работа кишечника приходит в норму. Применяют для профилактики онкологических заболеваний. В таком случае рекомендуют кушать курагу отдельным продуктом, а не в каком-то блюде. Сухофрукт улучшает зрение и применяется для профилактики офтальмологических заболеваний. Происходит это благодаря группе витаминов В. Также укрепляет иммунитет и борется с авитаминозом, потому что содержит витамин С. Плоды обладают омолаживающим эффектом, активируют синтез коллагена. Курага является достаточно калорийным продуктом, но ее энергетическая ценность это компенсирует, поэтому курагу часто применяют во время диеты. Она питает организм и насыщает его на длительное время. Курага, как и любой другой продукт, имеет свои противопоказания. И несмотря на обширный спектр полезных свойств, некоторым людям стоит воздержаться от ее употребления. Стоит аккуратно подходить к употреблению этого продукта людям, страдающим заболеваниями желудка или кишечника. Людям, страдающим сахарным диабетом, следует обратить внимание на дозировку этих сухофруктов в своем рационе. Не рекомендуется людям, страдающим ожирением, хотя диетологи рекомендуют делать разгрузочные дни, состоящие из кураги и напитков без сахара. Следует воздержаться от употребления кураги людям, имеющим аллергическую реакцию на абрикос и сухофрукты, которые из него получают. Курагу используют как отдельным блюдом, так и добавляют в блюдо. Она прекрасно дополняет вкус мяса, является хорошим десертом и прекрасно сочетается со злаками. Кроме того, ее часто используют в напитках. Хочу предоставить вашему вниманию рецепт овсяной каши с курагой. Мелко нарезаем 2 кусочка кураги, отправляем в тарелочку, сюда же добавляем 50 граммов овсяных хлопьев, заливаем 150 мл воды холодной и ставим в микроволновую печь на 2 минуты, готовим при мощности 800 Вт. Через 2 минуты каша готова и можно наслаждаться вкусом. Я желаю вам приятного аппетита, будьте здоровы, подписывайтесь на мой канал и встретимся с вами в следующем видео. Всем пока-пока!